Без права забвения. В Листинской многопрофильной гимназии состоялся открытый урок, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Мероприятие было организовано сотрудниками Следственного комитета Калмыкии совместно с сотрудниками Национальной библиотеки имени Амурсанана. В рамках памятной даты сотрудники Следственного комитета также навестили бывших узников. Данная дата особенно памятна для нашей страны, потому что в годы войны погибло 5 миллионов граждан СССР в фашистских концлагерях. Следственный комитет Российской Федерации особенное внимание уделяет патриотическому воспитанию молодого поколения. И сегодня в стенах Национальной библиотеки имени Амурсанана сотрудники Следственного управления по Республике Калмыкия организовали литературную гостиную для учащихся 10 класса Листинской многопрофильной гимназии в память о жертвах фашистских концлагерей. Наверное, многих семей коснулась эта беда. Моей семьи коснулась. Двоюродный дедушка мой, Трипалин Серафим Васильевич, уроженец Сарпинского района Калмыкии, в годы войны, в первые дни войны был тяжело ранен и без сознания попал в плен. Находился он там с 41 по 45 годы. Сначала в одном из концлагерей в Голландии, затем в Бухенвальде. В ходе открытого урока школьники узнали о трагических событиях прошлых лет. Сотрудник библиотеки рассказала о чудовищных научных экспериментах, которые проводили нацисты над узниками, о всех бесчеловечных истязаниях, побоях и других безнравственных преступлениях фашистов. Мне кажется, что важно говорить новому поколению об этом преступлении против человечества. На уроках истории мы проходим Вторую мировую войну, но там мы не так углубленно касаемся этой темы. Важно также видеть фотографии, которые были сделаны в этих лагерях, знать о жертвах, об ужасных экспериментах над людьми.